Хотя если парус покруче поставить, может быть, и пойдет дело пошустрее. Мы сейчас так наваливали, что чуть мотор не потеряли. Как это без сюртации? Ну, выстрелил. Ага. Ого. Чувствуешь, сразу как пошли. Его опять его выбило. Берем их на фонарь. На абордаж! Я думал, ты их сейчас на абордаж возьмешь. У нас просто мастерский капитан. Оставим там, конечно, ветер, когда ветер.
они тяжелее идут заметно. Ну, из Польши народ. А у него что-то этот самый, это штаг так выгнут, или это у него что-то другой парус какой-то стоит? Да. У него это штаг так выгнулся на стаксе? Да, штаг, да. Это он так прогибается? Интересно, да, а он... Прогибается. Он... Заламывал. А то, что он выгибается, это правильно, это же крыло. Мне как-то кажется, у нас более ровно, нет? Или это мне кажется, вблизи вот там? Вот, там конкретная игрушка, там домик такой. Застал вот такой шквал сильненький, и от берега мы отойти не можем. Ветер навальный на берег, прям совсем навальный. Вот. И видимо, мы отойти быстро не сможем сейчас. Капитан сказал, ждем. Значит, ждем. Подходит к концу наше с Александром путешествие по маршруту до Крапивы и обратно. Да, до Крапивы и обратно. Вот. Сейчас мы высадили кучу народа, да, да. Александр? Отошли от берега, двигаем в сторону яхт-клуба. Александр, поделись впечатлениями. Ну что, во-первых, испытали катамаран на четверых Романовых, двоих нас, троих Валера. Вот такое количество народу влезло на наш катамаран, и мы благополучно под парусом довезли тучу народу до автомобилей. А теперь возвращаемся к стоянке. Удачи! Да, но мы постараемся как можно скорее дойти. Впереди нас идут еще две команды. Может быть, у нас получится хотя бы нагнать их так, чтобы было видно визуально. Посмотрим.
А вообще стоит замечательная погода. Мы на просторах Волги. Ветерок небольшой, но вполне есть. Да. Красота, лепота. Водичка шелестит за бортом. Это не наше. Ну да, я вон на дерево, ворона прилетела, села на это дерево. Ну что ж, все три экипажа, все, кто выходил, все вернулись. Все и мы, живы. Да, и мы живы и вернулись, в том числе благодаря нашему замечательному капитану Александру. И благодаря отличному помощнику Макару. Мы благополучно пришвартовались в яхт-клубе. Дошли хорошо, с попутным ветерком. И теперь мы поедем на машине домой в Москву.